Да, выбрали серебряный бор, вот утки тут, обязательно нужно покормить их. Еще голодные животные. Беденькая, кушай. Так, все, заканчиваю. В стране кризис. Приперлись серебряный бор. Премся, короче, тут по дороге. Санек опять попал в мой видеоблог, черт подери. Я это вырежу, не беспокойся, Саня. Самое главное, не волнуйся и будь естественным. Вот, сейчас взяли с собой, короче, кальян, фрисби. Зажгли, короче, костер. Вообще горит до сих пор. Да. Короче, у нас тут своя атмосфера. Мы сейчас пришли на детский пляж, и тут немножко это. Да, но Макс боится с ним. Он там крапива, но если мы с ним что-то сделать, хорошее. Да. Антон бы хорошо выглядит. Ну да. В общем, нашли какое-то место, тут вообще безопасное. Типов и тусуемся вот тут вот. А в тарелку как мы будем играть? В тарелку? Да. И фотосессия, Саня, более живописно получится. Это Леша один там плавает. Короче, отличное место в Серебряном Бору. Нашли, всем советую. Куча пенисов. Куча голых пенисов, обвисших сисек. И короче. И товарищ Вагин, короче, тут тоже присутствует. Так что обязательно посетите это замечательное место. Почему не сняты то, что, то, о чем ты говоришь? Ты можешь повернуться на 180 градусов от меня вон туда и снять все то, что интересует уважаемую публику. Да, но это сейчас потом, в следующем, короче, Катя. Это главное быстро убегать после этого. Да, на этом нужно сначала собраться, а потом это двинуть.